Здравствуйте. Сегодня вся Россия вспоминает о 32-й годовщине со дня вывода войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последний солдат ушел из Афганистана. Так завершилась десятилетняя война, унесшая жизни более 15 тысяч, жизни советских военнослужащих, большинство из которых были обычными призывниками. За моей спиной находится монумент, установленный в память о советских воинах-интернационалистах, расположенный в центральной части городского парка города Батайска. Памятник был открыт 24 июня 1990 года. Автором явился заслуженный архитектор Российской Федерации Ян Семенович Занис. Инициаторами памятника стали горком комсомола и городская организация ветеранов Афганистана. На нем увековечены фамилии 23 батайчан, погибших в Афганистане. 235 человек ушли в Афганистан. Из них домой не вернулись 6. Один пропал без вести. Термин «афганская война» подразумевает традиционное для советской и постсоветской литературы и СМИ обозначение периода военного участия Советского Союза в вооруженном конфликте в Афганистане. Но война на земле Афганистана как таковая, начавшись в 1979 году, не прекратилась и по сей день. Появляется третье поколение афганцев, никогда не видевших мирной жизни. Спасибо за внимание.